Ну-ка, разощелкни нас на свой фотик. Давайте сделаем селфи. Одна голова, две головы, три головы. И вот такой цветочек у нас. Сыр. Давайте заодно тиктоки поснимаем, у нас же времени много. Ой, какой у меня большой носик с этого ракурса. А может, все-таки пошопимся? Я видела магазин, там неплохие скидки. Фига себе, у нас в холодильнике мышь повесилась, голяк полный. Надо пойти за продуктами и закупиться по полной. Как же досадно, обидно. А у меня уже желудок матерится вовсю. Капец, весь зарик на жрачку уходит. Давайте составим список вещей, которые нам надо купить. А то у нас у всех память хреновая в последнее время. Только покупаем все необходимое, а не то, как вы привыкли это делать. Да-да-да, точно. Освежитель для туалета напиши. Предлагаю сначала прошвырнуться в продуктовый раздел. Жрачка это все-таки на первом месте. Так, что у нас по списку? У нас масло закончилось. Заварку соль не забудьте. Специи надо купить. Но я думаю, что это в другом разделе. Не здесь уж точно. Райский уголочек раменов. Ложим в корзину. Так, Лиска, ну что там дальше по списку? Острый зеленый перчик. Опаньки, вот эта тема. Вот эта вещь. Что-нибудь остренькое замутим. Опа, домашняя курица. Ага. О, такие фигнюшки нужны нам домой? Как раз сюда перец, соль будем класть. О, сушняк не забудьте купить. Обязательно, о, обязательно. О, капуста. Дымлему сделаем. Ой, а меня потянуло в раздел детских игрушек. Давай заглянем. Вау, смотри. Какая посудка. У меня тоже в детстве было. Хотя нет, у меня детство было трудное. У меня таких игрушек и в помине не было. Слушай, давай скорее свалим с этого раздела. А то мы уже взрослые девочки, нам стыдно здесь находиться. Да хорош уже бузить, не лишай меня воспоминаний о детстве. Эй, баба, зацените, как вам такая сумка? Ха-ха-ха. Чтобы мелочь туда ложить, а я рюкзак возьму. А вот это зацените, какая пижамка, чтобы надеть ночью. Только не мой размер это. Предлагаю еще хлопья купить, чтобы по утрам не париться и не делать завтрак. Только цены здесь кусаются, предлагаю купить лучше на базаре. Ну-ка, технично пожру, пока охранник не смотрит. А, да хорош уже обжираться. Если охрана заметит, то он сейчас повяжет вас здесь. Какие вкусные хрустящие чипсы. Халявный кайф. Вон там фарш продается. Давайте туда идем. Я надеюсь, это свежее, говяжье. Халяльное мясо. А, ну смотрите. И ну скоро уже домой жрать хочется уже. Опа! Я заканчивая, тележку сломаешь, корова. Сама будешь потом платить. Заворачиваем сюда, быстренько. О май гад, о май гад. Да чтоб не обосраться. О! О май гад, о май гад, о май гад, о май гад. Слюнки текут. Это же настоящий рай для сладкоежек. Месяцами здесь не вылазила бы. Обжиралась бы как свинья. После этой лавки смело можно набрать килограмм 200. Давай, держи, ММДМзик. Ты ведь руки-то не мыла вообще-то. Да свидули, мы еще вернемся. Ох, наконец-то пришли на хату. Распаковываем продукты. О, привет, здорово, псина. Извините, ничего не купили, так что можешь не рыпаться. И давайте на скорую руку что-нибудь приготовим, чтобы заморить червячка. Роза, если не впадло, закинь, пожалуйста, это в холодильник, а? Не в службу, а в дружбу. Меня капец уже начало трясти. Когда мы там ходили, гуляли, покупали. Ну чё будем морганить на ужин, да, девчонки? Давайте свежий салат сделаем сначала. Можно том-ям замутить. Или просто шорпо. Ух ты, Дженни, ты вся светишься, знаешь ли. Давай тут помельче. Вот здесь крупные куски остались. Да не умники, а? Быстро признавайтесь, кто из вас заныкал масло. Чувствуете, девчонки? Запах моего кулинарного шедевра. Я больше чувствую запах Гарри. Шедевром как раз таки не пахнет. Не спи там у плиты.
Блин, жизнь не меня этому научила, готовить себе ужин. Слушай, Ча, а ты не в курсе, что надо было сначала лучок положить, прожарить, а потом только мясо ложить? И поэтому твой шедевр так воняет. Ну не расстраивайся, как раз мы пёсику ничего не купили. Блин, куда я положил свой телефон? Ну-ка, двинулись, девчонки. Выглядит вполне съедобно. И немножко сметанки. Я тоже тогда ставлю свои 5 копеек. В общем, в этом блюде каждый из нас четверых сказал свое веское слово. Что за бурда у нас получается? Клубничка. Быстренько сморгань фрукты на поляну. Че, уже усели что ли? А что делать-то? Меня уже трясет. Я жрать хочу. Ну, приятного аппетита, что ли? Вкусно. Вообще-то мы планировали другое что-то сморганить. А получился плов. Да ладно, неважно. Главное, чтобы съедобно было. И пожрать можно было. Кто-нибудь будет перчик? Острый? Не, спасибо, не надо. Фигачь его сама. А я буду фигачить. Ох, у меня рот горит. Ух, как горячо. Вкуснотень какая. Да, вообще, я настолько голодный, что готова сожрать этот перец. Может, себе тарелку наложишь? Да не, я могу и так, с общаковской. А Розе сожрала главный ингредиент. Она сожрала все ингредиенты для том-яма. А, мы же том-ям хотели. У нее еще 2 в запасе. Ну-ка, дай сюда. Я еще в магазине хотел их ушатать. А ты хотя бы эту скушай.